не запутаться в дымном лабиринте и спасти пострадавшего, пусть даже условного. Все подразделения Ульяновского спасательного гарнизона показали профессиональные навыки на заключительном этапе смотра конкурса газодомозащитных служб региона. Подробнее Павел Игнатьев. На старт! Внимание! Марш! Аппарат, проверь, аппарат, эти. В теплодымокамеру готовится ворваться звено из трех человек. Четвертый останется постовым у дверей. Все делается быстро и слажно, ведь внутри погибает человек. Задания понятные и одинаковые для каждой из участников. Облачившись в специальное снаряжение, они вбегают в задымленные помещения и спасают условного пострадавшего. Для неподготовленного человека задача невыполнимая. А вот профессионалы справляются за считанные минуты. Кому-то требуется 5, кому-то вдвое меньше. Все зависит от слаженности команды и выучки командира звена. Внутри тесно, дымно и темно. Правильно отданный приказ и его четкое выполнение дают команде шанс на победу, а человеку на спасение. Если не будет слаженности, мы не пройдем. Каждый знает свое дело, кто рукав несет, кто пострадавшего, кто ведет, как вот я, командир звена, веду всех и вывести должен их. Как завел в целости, сохранность, так и вывести. А это куда сложнее, чем кажется. Запутанный лабиринт заполнен едким дымом. Объект спасения ищут практически на ощупь. Свет от фонаря дым не рассеивает, да и сам маршрут ежегодно меняется. В этом году он чуть сложнее, в прошлый, на следующий год он чуть легче. И пожарные должны быть готовы к любым обстоятельствам и любым задачам, которые могут поступить. Для спасателей местного гарнизона эти соревнования – привычная проверка их знаний и умений. Если они все сделают так, как надо, сейчас манекен, а при реальной чрезвычайной ситуации живой человек будут спасены из темных, извилистых застенков. Павел Игнатьев, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск.